Добрый день, хочу рассказать про урожай веников сорго. Вот такие вот они вырастают, как видите. Вот если я сейчас вот встану, вот у меня на уровне лица, то есть вот получается на уровне вытянутой руки вверх, то есть больше 2 метров. Вот это один у меня посеялся отдельно от всех. Как их убирать? Убирать их очень просто. Берем вот секатор и отрезаем. Так вот. Ну, понятно, что в промышленных масштабах так делать не получится. Это если у вас, как у меня, несколько штук их. Сейчас, оп. Вот этот я пока не хочу срезать, потому что он не доспел, может, чуть шток подрастет. Вот. Что у нас получилось? По весне я расхвастался, что вот с этого участка получу 3 веника, но получился, видимо, или один большой, или парочка плохеньких, маленьких. Вот такие вот веники. Что с ними дальше я сделаю? В промышленных масштабах их сушат в куче, потом уже вяжут, все делают. Но я что сделаю? Я не в промышленных, и у нас климат не тот. Я буду, что, оборву листья. Ну вот, например, какой-нибудь возьмем. Вот такой, допустим, вот. Что я делаю? Я отрываю листья, чтобы он лучше сох. Вот. И у меня получается вот уже... Что у меня получилось? У меня получился вот палка такая. Потом чуть-чуть они у меня подсохнут. Я с погодой, видите, не знаю, видите или нет. Вот, да, видно, наверное, облака. Пасмурно. Надо их подсушить немножко. Потом делается вот так. Кладется на ведро, накрывается душкой, прижимается и протягивается. Эти семена падают вниз и во все стороны летят. И остаются... Уже тогда свяжем. Семена идут на посадку, а веники идут в дело. Вот, что еще тут надо рассказать. Посеял я их, плохо посеял в этом году, немножко неправильно. И год был неурожайный, поэтому так вот получилось мало. Вот, ну посмотрим, что получится. Ну, что-то выросло, как обычно. Но опять же, запасу семена, на следующий год снова посажу. Так что веники в Омске, в Сибири растут. Вот они. Вообще они должны высохнуть на корню, быть уже желтыми. И в августе это должно быть. Садятся в мае, вырастают в августе. Но у нас климат немножко неподходящий. Поэтому вот сейчас 19 сентября. Они еще вот зеленоватые какие-то уже. Ну, начинают от дождей сыреть. Поэтому они у меня будут сохнуть на шкафу, там где тепло, в доме. Вот, пока на этом все. До новых встреч. Спасибо за внимание.